Время ожидания начала праздника до третьего звонка специалисты технического отдела телерадиокомпании «Анапа Регион» превратили в самостоятельный праздник. Увидеть себя на большом экране в режиме «Здесь и сейчас» и улыбнуться. В эпицентре культурной жизни города за кулисами бессменная ведущая церемонии Любовь Евсеева разговаривает с мастерами культуры. Изнанка праздника, подготовка к нему и каждый раз немного с волнением. Вот если сейчас камера повернет, то там нам показывают встать сюда, встать влево, встать вправо, балеринам идти на самом деле, никому не надо уходить. Концерт открыли золотым вальсом. Балет в маленьком курортном городе сравнили с космодромом и отметили работу руководителя коллектива, королевы жанра Елены Пилипчук. В этом году 40-летие отмечают музыканты муниципального духового оркестра под руководством Валерия Степанова. Участники первого состава громче и выразительнее слов сыграли свои роли. Исключительный баритон Юрий Цыганок исполнил под аккомпанемент оркестра песню. Отметили работу Ирины Цыганок. Талантливый педагог воспитала своего звездного сына и несколько сотен ярких талантов анапчан. Подарок для преподавателя музыкальный от воспитанника Максима Егорова. Неаполитанская песня в знак признания. Изабелла Андреасян подарила своему преподавателю Татьяне Клебовой песню «Анюты». Алина Доренская спела для всех в зале и для Ирины Базель персонально. Отметили работу Натальи Марковой. Каждого заслуженного работника культуры в Анапе встречали аплодисментами. Каждому дарили подарки и цветы. Вспомнили труд ветеранов культуры. О каждом теплые слова, не шаблонные, от души и о конкретных качествах и заслугах. Всех работников культуры поздравил мэр Анапы Сергей Сергеев. Я вот наблюдая и внимательно, поверьте, смотрел все это действие, которое происходило на сцене. Подумал о том, что вы тоже, как и все наше общество, разделены на две половины. Это учителя и ученики. Учителя хотят видеть в своих учениках то, что они заложили, хотят видеть положительный результат. Ученикам, конечно же, хочется превзойти своих учителей. Почетными грамотами и благодарностями Министерства культуры Краснодарского края и города-курорта отметили работу 68 работников культуры. И по традиции сделали общее фото на память.